обобщать передовой педагогический опыт, это возобновить профессионально-конкурсное движение и в рамках вот этих профессиональных конкурсов оценивать тот практический опыт, практические навыки, компетенции, которыми овладевают ребята в течение 4 лет обучения по специальности лечебное дело, квалификация фельдшер. Параллельно с этим же мы ставим перед собой и следующие задачи. Это возобновление такого направления работы, как наставничество. Именно для меня, возможность в первую очередь как-то самореализоваться, поучаствовать в общественной жизни нашего колледжа. Учеба очень интересная, да. Вот в плане того, что, мне кажется, если бы я пошел на того же экономиста в ЧГУ, думаю, не сравнить по уровню интереса. То есть каждому свое, конечно, но учеба очень интересна. У нас мы манипуляции, общение с интересными людьми, интеллигентными. Интересно. Медицинский колледж имени Николая Михайловича Амосова, он учит смену, нашу смену. Из его стен выходят очень высококвалифицированные молодые специалисты, в которых так сейчас нуждается система практического здравоохранения. Это с одной точки зрения. Мы, приходя сюда на подобного рода конкурсы, присматриваемся к молодежи, приглашаем ее к себе на работу. И в то же время, с точки зрения практического здравоохранения, есть возможность оценить, насколько знания и умения, получаемые в стенах колледжа, они пригодятся им на практике.